Прямо сейчас к нам присоединяется народный ведущий этого утра, победитель одного утра, одной недели. Дважды народный ведущий, назовем это так. Никита Липшин возвращается к нам. И появись же уже, дорогой друг, на радость своих друзей и поклонников. Поскольку я думаю, для того, чтобы вот пройти отборочный этап, надо иметь много друзей и поклонников. Никита, скажи... Ну, скажем так, что я надеюсь, что большинство людей, которые голосовали, это, конечно, были телезрители, которые видели и которые, конечно, отдали свой голос, потому что я им понравился. Ну, а вот многих просил, прям приходилось просить. Вел ты такую агитационную работу? Открою. Ну, честно признаешься. Конечно, вел, потому что мне это нравится. Это мне... Я просто объясню, что технология такова. Только один раз можно с одного телефона позвонить один раз. Я скажу, то есть количество друзьям. Звонков с одного аппарата никак не учитывается. Поэтому действительно надо иметь много друзей, друзья. Или, по крайней мере, много телефонных, кстати, аппаратов, мобильных, там неважно каких. Сегодня мы с Никитой обязательно поговорим. Никита себя сможет проявить. Но прямо сейчас у нас детский конкурс на очереди. Давайте детей порадуем. Давайте посмотрим конкурсное задание. Если вы понимаете, о чем говорят наши юные друзья, звоните по телефону прямого эфира 261-62-63. И вот этот большой сертификат, точнее, маленький сертификат на большой торт будет ваш.